На програми радіо телевізії Старапазова слідуючі справи по-словенськи. По вчорайшому розгодночі Приштини звищить бойову приправеність своїх безпечностних зложек. Президент Олександр Вучич здворазнив, що прийме всі опатрення на охрану наших людей на Косове, а нарядив нашій армаді та поліції поздвигнуть бойову приправеність на найвищий ступень. Стретнучие президента Вучича с патриархом Српской православной церкви Порфирием законало днес в патриархате Белеграде день потом, что главы Српской православной церкви Порфириевы пред Вианоцами заказали вступ на Косово а до Печского патриархату. Президент Вучич здворазнил, что са то нигде в истории не стало. На Косове и Метохии ситуация є вельми важна, а напечье досягло бод, з которого сам можу отварать цести, которые никто з нас не хце, а которые не веду к нечому, чо би принесло мир а určitú rovnováhu. Povedal на стресснучи патриарха Порфирия с президентом Српска Александром Вучичем. Мусиме уробить всетко пре захованије миру за каждую цену, додал патриарха. Премиерка Ана Брнабичова днес упозорнила, что звишение боевой приправенности полиции и армады знамена, что Српско є приправене реагувать, а кто зауточи на Србов на Косове с тем, что председа влади дочасних приштинских институций Альбин Курти своим справанием указує, что единственное, что хоче, є, аби на Косове не были жадны Срби. Додала, что в году 2022 са Куртиму подарило уробить целый круг неуверительных провокаций а одностранных кроков. Тоже поуказала на факт, что ситуация на Косове и Метохии каждым днем є важнейшая, а владне тут чораз вече напечье. К концу первого полроку жиаци технической школы в Старой Пазове мали акцию, когда засадили несколько стромов во дворе своих дельни. Ту са найвяц ангажовало отделение 2-4. Была то донация Сдружения общанов Лес Спиева с Белеграду, а сполочности Кофи Каб с Дечу. Заровень выпрацовали проект экологической учебни, которой выставу подпорила локальная фондация за Старой Пазови. Учебня будет теж во дворе школских дельни, а с выставу би са мало зачать, кеч то доволи и почасие. Riaditeľka školy Zorica Kešeľ hovorí, že je veľmi spokojná s prebudzením ekologického povedomia a nazdáva sa, že s podobnými akciami budú pokračovať aj naďalej. Druhý vianočný deň v Starej Pazove priniesol tradičný vianočný večírok spolku hrdinu Janka Čmelíka. Otvoril ho zbor Týlia vianočnými koledami a potom ochotníci prezentovali svoju celoročnú prácu, lebo je to zároveň aj výročný koncert Pazovského spolku. Zatancovali najmladší tanečníci, tiež folklórny súbor Klasy, ktorý v tomto roku oslávil 30 rokov pôsobenia pod týmto menom a predstavili sa najúspešnejší speváci všetkých vekových skupín, ktorí sa zúčastnili rozličných festivalov. Medzi spevákmi boli aj Daniel Molnár, ocenený za najautentickejší kroj na festivale v Pivnickom poli a Mária Bzovská, ktorá sa tam ovenčila treťou cenou odbornej poroty. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Šafárik, miestny odbor Matice Slovenskej a aktív žien v Dobanovciach organizujú zajtra slávnostný vianočný a novoročný program. Ten bude venovaný 20. výročiu obnovenia činnosti spolku a MOMSu a 10. výročiu otvorenia nového slovenského domu v Dobanovciach. Práve v tom sa uskutoční aj večierok, na ktorý sa tamojší Slováci dôkladne pripravujú. Začiatok je naplánovaný na 18:30 a po programe bude nasledovať ľudová veselica. Volejbalistky jednoty zohrajú zajtra revanšový zápas semifinále pohára Srbska. Ich superkami budú volejbalistky železničara z Lajkovca. Pripomenieme, že staropozovčanky už zvíťazili tento celok na ich teréne a to presvedčivo s výsledkom 3-0. Druhý zápas sa zohrá zajtra v Sieni jednota so začiatkom o 19:00.
Majsterka sveta a Európy v skoku do dialky Ivana Vuleta a majster sveta v zápasení Zura Bidatunašvili sú najlepšími srbskými športovcami za rok 2022, ktorých vybral Srbský olympijský výbor. Olympijský výbor Srbska vyhlásil za najlepší ženský tým srbské volejbalistky, kým najlepším mužským tímom sa stali majstri Európy a sveta, srbskí basketbalisti 3x3. Oni sa ovenčili titulami európskych a svetových majstrov roku 2022 a v týme hrá aj Dejan Majstorovič zo Starých Bánoviec. Podľa predpovede meteorológov zajtra bude sucho so slabým ranným mrazom. Cez deň zotrvá mierna oblačnosť a vyskytnú sa aj slnečné obdobia. Zafúka južný a juhovýchodný vietor. Najnižšia teplota minus 2 až 2 stupne, kým maximálna denná dosiahne 8 stupňov Celzia. A v dnešných správach by to bolo všetko, vážení naši. Pripomenieme ešte, že dnes je Jána. Ján je mužské meno, ktoré pochádza z hebrejského Jochanán, čo znamená Boh je milostivý. Nemci mu povedia Johannes, Angličania John, rusky je to Ivan, po srbsky Jovan. A medzi Slovákmi nositeľov tohto tradičného, žiaľ v dnešnej dobe málo používaného mena, najčastejšie oslavujeme ako Janko. Oslavencom gratulujeme k meninám a vám ostatným prajeme pekný zvyšok večera.